Приветствую всех на моем канале, с вами Троллер Костер, и я продолжаю проходить Persona 3 Fes. В прошлой части главный герой смог пробудить свою персону, свою скрытую силу. С помощью этой силы я победил своего первого врага в первой битве. И еще Юкари рассказал о своем прошлом. То, что у нее отец погиб в каком-то странном инциденте. Ну, там что-то взорвалось, какая-то фабрика, что ли. И она, типа, в эту школу пошла чисто из-за того, чтобы выяснить, что же случилось с ее отцом на самом деле. А сейчас мне нужно идти на 4-й этаж общежития. Но пока я туда не пойду. Сначала осмотрю здесь. Может, тут что-то получится интересное найти. Да, RPG такие игры, где нужно все подробно осматривать. И можно встретить что-то веселое. Диктор. И все 7 ютуристов провели чудесную весну. Аттракцион будет продолжать работу до 5 мая. Здание трясется. А, похоже, только что произошло землетрясение. Я повторяю, только что было землетрясение. У нас нет подробной информации на данный момент, но мы убедительно просим наших зрителей опасаться возможного цунами. Я повторяю, только что было землетрясение. У нас нет подробной информации на данный момент. Пожалуйста, проверяйте предупреждение о погоде по поводу возможного цунами. Да, я сразу заметил, что-то камеру потрясывало немного. Я сначала подумал, вообще какой-нибудь баг может. Новости продолжаются. Что тут еще может быть? Вам нельзя выходить в ночное время. Ага, ну да, школьнику нельзя гулять ночью. Какой-нибудь мужик пьяный молотком стукнет по башке. Похоже, комната не используется. А, интересно, вот может вот эта комната какое-то значение имеет. Тут же вначале этот чувак появился странный. Пацан какой-то. Задняя дверь закрыта. А чё, на втором этаже? Ну, торговый автомат. Это торговый автомат. Купить что-нибудь выпить? Ну, допустим, Сиэлла Мист. Короче, Сиэлла — это персонаж из, как сказать, из основной серии Шин Мегами. Короче, там называется Шин Мегами Тенсей Digital Devil Saga. И вот там есть персонаж Сиэлла. Наверное, это отсылка к нему какая-то. Только вот совсем, не совсем понятно. Похоже, комната пуста. Зайти внутрь. Тут что-нибудь есть, интересно? Нет, вроде не появляется этого знака восклицательного, как обычно. Комната пустая, зайти. Может, в этой комнате что-нибудь есть? Я, кстати, Digital Devil Saga, наверное, тоже буду проходить как-нибудь. Потом, но это уже после прохождения персон. Это уж точно. А на дощечке написано Акихико. Внутри никого. А чё, если заглянуть в свою комнату? Тебе сказали прийти на 4-й этаж сегодня.
Ну ладно. Пойду на четвертый этаж. Что-то тут ничего нету интересного. Все-таки JRPG не такие, как бы, как сказать, разветвленные, что ли, по сравнению с компьютерными RPG обычными, ну, западными. О, а вот и ты. Это Юкари. А, вот и ты. Да, вот он и я. Я рад, что ты в порядке. Я позвал тебя сюда, потому что мне нужно поговорить с тобой. Пожалуйста, присаживайся. Ах, да. Мне кажется, я уже упоминал его ранее, но повторюсь. Это Акихика. Как дела? Окей. Начну, пожалуй, с вопроса. Ты бы поверил мне, если бы я сказал, что в сутках больше, чем 24 часа? Ну, если судить по тому, что было в игре до этого, то спокойно поверю. Простите. Я не удивлена твоей реакцией. Тем не менее, ты уже сам все видел. Помнишь ту ночь, когда ты шел сюда? Ты должен был заметить знаки. Фонари погасли. Все перестало работать. Повсюду гробы. Тебе не показалось, будто бы ты оказался в другом времени? Это темный час. Промежуток времени, скрытый между одним днем и другим. Между? Я спрашиваю ее, между? Это происходит каждой ночью, как только часы пробьют 12. Это случится сегодняшней ночью и будет происходить каждый последующий. Нормальные люди не осознают этого, так как они спят внутри своих гробов. Но это не то, что делает темный час таким интересным. Ты видел этих существ. Мы называем их тенями. Они появляются во время темного часа и нападают на всех, кто не находится в гробу. Наша работа — мочить их. Звучит впечатляюще, да? Акихика, почему ты всегда так себя ведешь? Тебя совсем недавно ранили. Спокойно, спокойно. Он хорошо справляется с работой. Long story short. Если вкратце, мы являемся специальным факультативным исполнительным отделом, сокращенно СИС. В документах мы указаны как школьный клуб, но в реальности эта группа предназначена для уничтожения теней. Митсуру — это лидер. Я советник клуба. Тень питается разумом своей добычи. Жертва становится живым трупом. Они ответственны за большую часть происшествий, о которых говорят в новостях, если не за все. Что насчет полиции? К сожалению, полиция ничего не может сделать во время темного часа. Несмотря на это, здесь находятся те, кто может действовать во время темного часа.
Некоторые даже могут пробуждать силу, которая позволяет им драться с тенями. Это персона. Сила, которую ты использовал в ту ночь. Тени могут быть побеждены только владельцами персоны. Что означает, что все в ваших руках, ребята. И... Он хочет сказать, мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Мы подготовили эвокер для тебя. Мы были бы рады, если бы ты поделился с нами своей силой. Хорошо. Я боялась, что ты скажешь нет. Добро пожаловать. Большое спасибо, я действительно рад. О, почти забыл. Насчет твоего заселения. Почему бы тебе просто не остаться здесь, в твоей текущей комнате? Я не знаю, в чем причина задержки, но полагаю, это сработало в конце концов. Задержки? Ну разве это не... А, неважно. Теперь это не имеет значения. А, что такое? Таинственный голос звучит в твоей голове. Ты получишь наше благословение, когда ты будешь создавать персону Арканы Дурака. Аркана Фул. Вы установили новую социальную связь. Вы чувствуете, как растет ваша внутренняя сила. Вы вспоминаете, что Игорь говорил насчет силы социальных связей. О, темный час. Сейчас, наверное, что-то веселое начнется. Загадочный пацан, привет, как дела? Ты кто такой? Мы уже встречались. Скоро наступит конец. Я вспомнил, так что я подумал, мне стоит сказать тебе. Конец. Конец всему. Но если честно, я на самом деле не знаю, что это значит. О, похоже, ты пробудил в себе свою силу. И это необычная сила. Сила, которая может принять множество форм, не связанных между собой. Возможно, это станет твоим спасением, в зависимости от того, где ты закончишь. Помнишь, когда мы встретились впервые? Я надеюсь, ты будешь соблюдать свои обязанности. Я буду следить за тобой, даже если ты забудешь про меня. Окей, увидимся позже. Да, странный пацан, у него еще родинка под левым глазом, как, не знаю, у Мэрилин Монро какой-нибудь. Пацан исчез. Еще эта одежка у него, как в тюряге какой-то.
только шапки не хватает. Вечер. Вы что-то слышите? Похоже, кто-то зовет вас по имени откуда-то снизу. Hey, it's me. Эй, это я. Can you come down here? Можешь спуститься? Okay. Окей, он здесь. So, так в чем дело? What's this all about? Я хочу представить вам кое-кого. Эй, поспеши. Попридержи коней. Она чертовски тяжелая. О, Джунпэй? Почему он здесь? Погоди, не говори мне, что... Это Джунпэй Йори из класса 2F. Он останется здесь, начиная с этого дня. Вот это прикол. Чё такое? Он останется здесь? Ты, должно быть, шутишь. Я натолкнулся на него одной ночью. У него есть потенциал, но он раскрыл его совсем недавно. Я рассказал ему о нас, и он согласился помочь. У тебя есть потенциал? Серьезно? Он нашел меня плачущего, как ребенок, около круглосуточного магазина, окруженного кучей гробов. Я многого не помню, но, чуваки, это позорище. Он сказал, типа, это, ну, норма для новичка. Типа быть в растерянности и ничего не помнить. Вы, ребята, знаете об этом? Ну или типа, каково это? А со мной такого не случалось. А, с главным героем нормально все было. Пофиг. Это происходит со всеми остальными. Но, чувак, я был шокирован, узнав о вас. Я был без понятия. Я рад, что я не единственный. Я бы чувствовал себя одиноко, вы знаете. Могу поспорить, вы рады тому, что я присоединюсь к вам. А? Ну, да. Ладно, достаточно представлений. Я думаю, мы готовы. О, мы идем что-то делать? Шикарно! С таким количеством людей мы можем начать изучение этого места. Ты имеешь в виду... Тартарус? Тартарус? Что это? Звучит как зубная паста. Мы верим, что там мы можем найти причину темного часа. Я надеюсь. Председатель даст нам подробности завтрашней ночи, так что будьте готовы. Музыка клевая, кстати, там играла. Вот в этой сцене. Вообще, вот в Персоне 3 тоже клевая музыка, как в 4. Вы подслушиваете разговор. Болтающая студентка. Доброе утро. Я всегда такая сонная утром в понедельнике. Слушающая студентка. Да, я тоже. Единственная вещь, которой можно заняться на первом уроке, это поспать. Погоди, завтра у нас собрание утром. Ух, мне лень. Я просто притворюсь, что не слышала. Прозвучал первый звонок. Обед. Ланчтайм.
я думала, я усну. О, это Мицуру. Можно вас на минуту? Приходите в гостиную, когда вернетесь в общежитие. Мне нужно всем кое-что сказать. О, у нас есть о чем поговорить. Я оставлю детали на потом. Увидимся. Вау, она не тратит время зря. Наверное, она занята такими вещами, как студенческий совет, в отличие от нас. Юкатян, я чувствую неприязнь. Ну, не то чтобы она мне не нравилась, просто она... После школы. Вам сказали вернуться сегодня пораньше. Вы решили пойти домой пораньше с Джунпеем. Да, я выяснил, что его зовут Джунпей. Но даже не выяснил, я просто послушал, что они говорят. Они говорят Джунпей через У, а не Джанпей. Вы пошли домой с Джунпеем, говоря и смеясь над неуместными шутками друг друга. Вечер. Okay. Хорошо, все здесь. Я бы хотел вашего пристального внимания. Длительное время Мицуру и Акихико были единственными обладателями персоны среди нас. Но это число недавно выросло до 5. Следовательно... Этой ночью в 12:00 я бы хотел начать исследование Тартаруса. Блин. Извините, я уже спрашивал вчера, но что такое этот Тартарус? Ты не видел его, Джунпей? Ничего удивительного. Так как он появляется только во время темного часа. Темный час? Как и тени. Интересно, да? И это превосходное место для нашей тренировки. Можете считать это гнездом теней. Воу, их гнездом, а? Но, чувак, что насчет твоего ранения? Так как Акихико еще не восстановился полностью, он пойдет только до входа. Да, я знаю. Ну, я уверен, он не будет жаловаться, пока вы не зашли далеко. Так как мы имеем дело с тенями, Тартарус нельзя игнорировать. Расслабьтесь, я прикрою ваши задницы. Я в этом не особо уверена. Что насчет вас, мистер председатель? Я останусь здесь. Как вы знаете, я не могу призвать персону. Да. А председатель инвалид. Он прям как Тедди в четвертой части. Поздняя ночь. Это оно? Это то место? Почему здесь? Просто погоди пару минут.
Почти полночь. Это дизайн. Вот это я понимаю. Нормально художники поработали над игрой. Они просто какой-нибудь прямоугольник нарисовали. Это Тартарус, лабиринт, который появляется во время темного часа. Лабиринт? О чем ты говоришь? Что случилось с нашей школой? Как только пройдет темный час, все вернется в обычное состояние. Это гнездо, о котором вы говорили? Но почему? Почему наша школа превращается в гигантскую башню? Вы тоже не знаете? Нет. Я думаю, это сложно. Кому какая разница? Вряд ли это заставит нас передумать идти драться. Что ж, возможно, теперь мы разберемся во всем. Мицуру и я заходили только чтобы осмотреться. Это будет первый раз, когда мы начнем изучать ее. Волнует, не так ли? Здесь должна быть какая-то подсказка внутри насчет темного часа. Акихика, я уважаю твой энтузиазм, но сегодня ты не будешь сопровождать нас. Я знаю, не надо мне напоминать. Вот эта Мицуру мне что-то как-то не очень нравится. Юкатан еще куда не шло, а вот Мицуру какая-то все, как бабка какая-то. Воу, как тут круто внутри. Но тут страшновато. Это только вход. Лабиринт расположен за дверным проемом наверху лестницы. Для начала нам нужно, чтобы вы трое привыкли к этому месту. Почему бы вам не осмотреться? Что? Самим? Мы не просим вас заходить слишком далеко. И я буду поддерживать вас информацией отсюда. Так, вы двое не планировали заходить первыми? Верно. Нам также нужно назначить лидера для принятия необходимых решений. Правда? Одного из нас? О, меня, выберите меня. Ты главный. Стоп, почему он? Он не похож на лидера. Но он уже дрался с ними до этого. Серьезно? Это правда, но есть и другая причина. Вы двое. Вы можете вызвать персоны без каких-либо затруднений, как может он? Да, конечно, я могу. Думаю, да. Здесь есть тени, о которых мы говорили. Без вашей персоны вам пиздец. Я знаю об этом. Вы видите странную дверь.
кажется, знаю, куда эта дверь ведет. Это вельветовая комната, да? Вы использовали вельветовый ключ. Сейчас там будет этот Игорь. Я ждал тебя. Пришло время вооружиться своей силой. Башня, в которую вы отважились войти. Откуда она появилась? С какой целью она существует? Прискорбно, но ты еще не можешь ответить на эти вопросы. Вот почему тебе нужно понять суть твоей силы. Мне вот про вот эту дверь интересно больше. Ее происхождение и подробности. Насчет этой двери. Она ведет сюда. Также никто, кроме тебя, не может ее увидеть. Твоя сила уникальна. Она как цифра ноль. Она пуста, но в то же время хранит бесконечные возможности. Ты, пацан, можешь владеть несколькими персонами и призывать их по мере надобности. И когда ты побеждаешь своих врагов, ты увидишь отблеск возможностей перед собой. Иногда может быть трудно поймать их, но не бойся, пользуйся тем, что ты получишь. Твоя сила будет расти соответственно. Помни это. Мое свободное время уже заканчивается. Но прошу, приходи снова, когда захочешь. Я расскажу тебе о своей истинной роли, положении, в котором я наилучшим образом могу поддерживать тебя. До встречи.